специальных терминов. Азурит. Минерал. Карбонат меди. Амфиболы. Группа минералов. Силикаты магния, железа, алюминия, натрия, кальция. Широко распространены во многих изверженных и метаморфических породах. Бипирамида многогранник. Состоит из двух пирамид с вершинами, обращенными в противоположные стороны, вверх и вниз. Визувиан. Минерал, силикат кальция, магния, железа и алюминия. Вкрапленники. Крупное выделение минералов, погруженное в стекловатую, или мелкозернистую основную массу породы, особенно характерной для многих вулканических пород, порфиров, порфиритов и некоторых глубинных пород, например, гранитов, имеющих порфирородную структуру. Вольфрамит минерал ⁇ руда вольфрама габро, глубинная порода, плагиокласс пироксенового состава. Галенит, минерал, сернистый свинец, главная руда свинца, синоним свинцовый блеск. Диагностический признак. Характерная особенность минерала – позволяющие определить, диагностировать его. Диаптаз. Минерал – водный силикат меди. Синоним – ашерит. Додекадр – многогранник, ограниченный двенадцатью гранями. Доломит – минерал, двойная углекислая соль кальция и магния. Порода, сложенная минералом доломитом. Жеода. Полость с наросшими на ее стенках друзами кристаллов. Железный серный колчедан. Перит, сернистое железо. Жила. Плитообразное геологическое тело, возникшее в результате заполнения трещины минеральным агрегатом. Чаще всего гидротермальное образование. Зона окисления. Самая верхняя, приповерхностная часть месторождения, в составе которой преобладают окислы, гидроокислы, кислородные соли и водные силикаты металлов. Зональность. В кристалле изменения свойств и состава по определенным зонам, обычно зонам роста. Зональность существует и в строении массивов, изверженных пород, месторождений полезных ископаемых и рудных тел. Известняк. Горная порода состоит в основном из кальцита с примесью других минералов, в том числе минералов кремнезема, глинистых и других. Распространенная осадочная порода в результате перекристаллизации при метаморфизме превращается в мрамор или так называемый кристаллический известняк. Имитация. Подражание, подделка. Например, драгоценных камней в ювелирном деле. Иризация. Яркий цветной отлив. Игра цвета. Характерный для некоторых минералов, например, лабрадора, а также для ряда окисленных минералов, покрытых поверхностными пленками побежалости. Эффект резации обусловлен явлениями интерференции света. Инталия. Резной камень. Разновидность гем. Представляет собой плоско отшлифованный камень с углубленным врезанным изображением. Ихтиоглипты – вытянутые, закономерно ориентированные в ростки кварца в полевом шпате, напоминающие по форме очертания рыб. Входят в состав письменного гранита или еврейского камня, графического пигматита. Термин предложен Ферсманом. Кабашон – Форма шлифовки цветного камня в виде выпуклой полусферы применяется чаще всего для скрытокристаллических разновидностей минералов, например, халцедона, агата, опала и других, или минеральных агрегатов, также для лунного камня и других иризирующих минералов или обладающих астеризмом, звездчатый сапфир и тому подобное. Камея резной камень, разновидность гем, чаще всего небольшое украшение, броши, подвески, персни с тонким выпуклым рельефным изображением, обычно светлым на темном фоне, или темным на светлом. Касситерит. Минерал двуокиселого, оловянная руда. Кварциты. Породы, состоящие в основном из кварца и частично халцедона широко распространены в некоторых районах чаще всего осадочного или метаморфического происхождения. Кварцевый порфир – вулканическая порода, застывшая лава с вкрапленниками кварца и полевого шпата. Кимберлит – ультраосновная магматическая порода, алмазоносная, выполняет так называемые трубки взрыва в Африке, Якутии, Индии и других странах киноварь, минерал, сернистая ртуть, главная ртутная руда. Конкреции. Минеральные стяжения в осадочной породе в виде желвака, шара, почки, диска. В разрезе обычно имеют радиально-лучистое, иногда также концентрически зональное строение. Копии. Старые обычно открытые горные выработки. Колчеданы. Общее название сульфидов, железа, меди и других, например, перита, пиротина, арсеноперита, халькоперита и других. Линза. Геологическое тело, формой напоминающее оптическую линзу и сложенное чаще всего осадочными породами, либо рудными образованиями. Размеры линз могут варьировать от нескольких сантиметров до сотен метров. Метаморфизм – глубокое изменение породы, например, превращение известняка в мрамор, глинистых пород в гнейсы и прочее, в результате воздействия повышенных температур и давлений при участии растворов. Гипс – минерал водный и сернокислый кальций, широко распространен в некоторых осадочных породах, в месторождениях солей и корах выветривания. Гидротермы горячие водные растворы глубинного происхождения, образующиеся в ходе остывания и кристаллизации магмы. Гетит – минерал водной окисел железа, входит в состав бурых железняков, железных руд. Назван в честь Гёте 1749-1832 годы, великого немецкого поэта, интересовавшегося также ботаникой и минералогией. Гниз широко распространенная метаморфическая порода, слюдисто кварц полево-шпатового состава и сланцеватого сложения с линейной ориентировкой минералов. Гранит – широко распространенная глубинная магматическая порода, кварц полево-шпатового состава с биотитом, мусковитом, иногда роговой обманкой или пироксеном. Грязины. Метасоматические породы, состоящие из кварца, слюды, топаза, флюорита, турмалина, нередко с касситритом, вольфрамитом, берилом и другими. Часто сопровождают рудные кварцевые жилы с минералами олова, лития, берилия, тантала, вольфрама, молибдена. Двойник. Сросток двух кристаллов одного минерала – в закономерной взаимной кристаллографической ориентировке. Метаморфизм контактовый. Изменение вмещающих пород близ контакта магматических тел. Метасоматоз. Замещение минералов горных пород другими минералами в процессе взаимодействия с гидротермальными растворами, магматическими газами или поверхностными водами. Мискаль. Древняя восточная мера массы драгоценных камней, равен 4,464 грамма. Минералы Природные химические соединения, образовавшиеся при различных геологических процессах в глубинных или поверхностных условиях земной коры или на других космических телах. Морская лилия животное из класса иглокожих. Современные морские лилии живут на больших глубинах. В осадочных породах, главным образом известняках, нередко встречаются остатки их окаменевшего скелета, чаще всего членики стеблей морских лилий. Оникс – минерал, полосчатая, слоистая разновидность халцедона с прямыми широкими полосами аливин – породообразующий минерал, железо-магниевый силикат. Ось оптическая – особенное, так называемое, единичное направление в кристалле. При прохождении света вдоль оптической оси кристалла отсутствует двойное лучепреломление. В зависимости от их симметрии кристаллы всех минералов имеют либо одну, либо две оптические оси, либо вовсе не обнаруживают двойного лучепреломления, как кристаллы кубической сингонии. Считают, что у этих кристаллов бесконечное множество оптических осей. Ось кристаллографическая. Особенно единичное направление в кристалле, соответствующее геометрической оси симметрии, синоним ось симметрии. Парагенетическая ассоциация совместное нахождение минералов, обусловленное одновременностью их образования. Важное понятие в минералогии, петрографии, геологии. Пигматит. Порода обычно весьма крупнозернистая, чаще всего кварц поливошпатового состава с большим количеством слюды, кристаллами драгоценных камней, кварца, флюорита или минералами редких элементов лития, бериллия, цезия, тантала и других. Пигматиты кристаллизуются на поздних этапах магматического процесса, образуя жильные тела. Пинокаид. В кристаллографии простая форма из двух параллельных граней, перпендикулярных какой-либо кристаллографической оси. Пирамида. В кристаллографии простая форма, все грани которой пересекаются в одной точке. То есть как бы многогранник в форме пирамиды, но без основания. Пироксин ⁇ минерал силикат, содержащий железо, магний, иногда также кальций, натрий или алюминий и литий. Пироксинит ⁇ глубинная изверженная порода, состоящая в основном из железисто-магнезиальных пироксенов. Природное отравление кристаллов их растворение в естественном залегании с образованием закономерных фигур, углублений на гранях, например, треугольников, травления на гранях кристалла берила. Простая форма кристалла. Элементарный многогранник или несколько граней идеального кристалла, объединенные элементами симметрии, например, куб, тетраэдр, октаэдр, ромбоэдр, призма, пирамида, пинокаид. И другие. Псевдоморфоза. Кристалл, замещенный новообразованными минералами, но сохранивший первоначальную форму. Известны также псевдоморфозы по органическим, растительным и животным остаткам и другие. Радиолярии. Микроскопические морские организмы. Кремнистые скелеты радиолярий, звездчатые, шарообразные и других форм всегда журно являются породообразующими как в современных океанских илах, так и в некоторых древних кремнистых породах, например, яшмах. Ромбоэтер, замкнутый многогранник из шести граней, простая кристаллографическая форма. В отличие от шестигранника куба с квадратными гранями, грани ромбоэдра имеют форму ромбов. Русская мозаика Каменная мозаика с сохранением рисунка камня в мозаике путем составления узора из тонких листов распиленного монолита. Изобретена и применялась русскими мастерами XVIII-XX веков, чаще всего в изделиях из уральского малахита. Сардер. Минерал, бурая разновидность халцедона. Сиенит глубинная магматическая бескварцевая порода, состоящая главным образом из полевых шпатов, амфиболов, пироксенов, биотита. Силикаты. Самый многочисленный и разнообразный класс минералов. В их числе большинство главных породообразующих минералов. Полевые шпаты, амфиболы, пироксены, слюды и другие. Многие силикаты являются ценными, полезными, ископаемыми. Силикаты каркасные. Подкласс силикатов, кристаллическая решетка которых представляет собой трехмерный каркас из тетраидрических кремокислородных и алюмокислородных групп. Например, полевые шпаты. Сингония или кристаллографическая система. Группа, объединяющая идеальные формы кристаллов по особенностям их симметрии. Например, кубической сингония относят кубические октаэдрические и многие другие кристаллы. Кексагональная сингония объединяет формы многогранников с шестерной осью симметрии и так далее. Скарн – порода, состоящая из гранатов, пироксенов и некоторых других силикатных минералов, содержащих кальций, магний, железо. Образуется при высокотемпературных метасоматических процессах путем замещения известняков силикатами вблизи контактов гранитных массивов и других магматических тел. Скелетные кристаллы. Звездчатые, лучистые, иногда полые или несовершенные реберные формы кристаллов, например, снежинки. Образуются при быстрой кристаллизации в связи с большей скоростью роста ребер, нежели граней. Сланец. Осадочная или метаморфическая порода с характерным сланцеватым плитчатым сложением. Расщепляется, раскалывается на параллельные тонкие плитки. По составу выделяют сланцы глинистые, слюдяные, хлоритовые, тальковые и другие. Кристаллические сланцы – наиболее широко распространенные древние метаморфические породы. Спайность. Свойство минералов раскалываться по определенным кристаллографическим направлениям с образованием более или менее гладких и блестящих поверхностей. Ставролит. Минерал, силикат, алюминия и железа. Сульфиды. Класс минералов, сернистые соединения тяжелых металлов, в том числе колчеданы. Смотрите, колчеданы. Сфалерит. Минерал, сернистый цинк, Главная цинковая руда — синоним цинковая обманка. Сферолит — шарообразный сросток тончайших минеральных волокон с радиально лучистым внутренним строением. Тетраэдр — простая форма кубической сингонии, многогранник, ограниченный четырьмя гранями, представляющими собой равносторонние треугольники. Тетраэдр кремний кислородный, основной элемент кристаллической решетки силикатов. Состоит из атома кремния в окружении четырех атомов кислорода, расположенных по углам тетраэдра. Трапецоэдр. Кристаллографическая простая форма, многогранник, ограниченный трапециевидными гранями. Тройник закономерный двойниковый сросток трех кристаллов одного минерала. Турмалин. Минерал, силикат, содержащий бор. Ультраосновные породы. Глубинные магматические породы, состоящие из одних темноцветных минералов. Оливина, пироксенов, роговой обманки, синоним гипербазиты. Фенокит. Минерал силикат бериллия. Фреска. Вид живописи. Настенная роспись по сырой штукатурке. Халькоперит. Минерал, сульфит меди и железа, главная медная руда. Хризолит. Минерал, прозрачная золотисто-зеленая разновидность оливина, драгоценный камень. Шурф. Неглубокая вертикальная горная выработка, пройденная с поверхности Земли. Эфтектика – смесь двух или нескольких фаз, например, минералов, кристаллизующихся совместно при фиксированных температуре и давлении и в строго определенных количественных соотношениях. Породы и минеральные агрегаты, явившиеся продуктами эфтектической кристаллизации, характеризуются специфическими структурами – письменные граниты – кварц поливошпатовая эфтектика. Элит. Минерал, водный фосфат меди, похож на малахит. Яшма. Метаморфическая кремнистая порода, пестрых окрасок, ценный поделочный камень.